Всем привет, друзья! Сегодня покажу, почему может не работать датчик дождя и датчик света на Mercedes 211 либо 219 на CLS. Видно, что я ставлю на режим авто, но горит ближний свет. Также днем, если открываешь дверь, не должен гореть потолочный плафон. Также не работает датчик дождя. Если у вас такие проблемы, скорее всего надо заменить шлейф на потолочном плафоне. Для этого разбираем потолочный плафон и посмотрим, там шлейф в порядке или нет. Зеркало заднего вида с правой стороны осторожно тяните вниз. Здесь стоит мощная пружина, поэтому ставить зеркало обратно на место немного трудно будет. Вам надо заменить вот этот шлейф. С обоих сторон есть кнопка, нажимаете на эти кнопки и тянете потолочный плафон вниз, но очень аккуратно, чтобы не повредить шлейф. Но у меня шлейф уже поврежден, надо заменить. Вот этот шлейф. Ставим новый шлейф на месте и собираем потолочный плафон. Я не купил новый шлейф, я купил использованный БУ. Когда ставите потолочный плафон, также будьте аккуратны, чтобы не повредить шлейф. Защелкиваем зеркало на место. А сейчас проверим. Ставлю в режим авто и ближний свет не горит. Также ставлю датчик дождя в режим авто и дворники постоянно не работают. Открываю дверь. Потолочный плафон днем не горит.
Заезжаю в гараж, где темно, и свет автоматически включается. Все работает. Всем спасибо и удачи на дорогах.